ВЧР. Побежали к бабушке за водой. Вторая серия обезьяньих игр. Котенок, собака что-то не поделил. Боевой кот. Вот, вмешивается хозяйка. Вот так. И кот цел, собака. О, Люша симпатии на стороне кошки. Собак мы что-то не любим. Двор на фоне нашего ребенка.
круг. Плач веселый, наверное, пора нам потихонечку домой. Пора снимать его с этой этажерки. Алёш! Пошли домой, зайка! Иди сюда! Слазь! Алёш! Ну иди, я ж зову! Алло, ну слазь, я ж тебя зову, сюда иди. Сюда иди. Бабушка, что бабушка Дусечка? А я думала, что это? Я. А это Лешина фотография. Он говорит, нет, я сейчас не такой старый. Алешина? Какого Алеши? Нашего Алеши. Она на кучу говорит, я думала, что это фотография, говорит, Алеша. Любому Большаку. Что я тебе говорю, ничего не пишет? А что так спишь? Стоишь так, не спину. Что случилось, котел? Что такое? Волосинка попала. Алешка, принеси книжечку, давай почитаем праздник непослушания. Давай, для школы. Ну посмотри, как у вас, понимаешь, получилось. Посмотри, сколько мамы и мамы бабушек было. А представишь, все ушли и в школу пошли, без учителей, без мам, без бабушек. Что было, Алеш? И тоже разбирали потом, это мой дедушка, я не ваш дедушка, точнее. Да, Алеш? Ну что, давай почитай. Паша, что, Алеш, что это такое, Алеш? Откуда это? Ну, обратно. Нет! Алёш, ты в какашку не раз, сядь, пожалуйста. Давай в Москву, мне тоже хочется. Давай. Дети, как дети и вас. Хорошо, спросите. Хорошо. Алёш, не про себя, да вслух. Да я посмотрю, можно это? Нет, мы это не читали 100%, давай. Да. И вас смелые смеялись и плакали. Потому что под ним снилось... Нет, не выдумывай. Под ним снился... Нет, не выдумывай. Снились добрые, веселые, светлые сны, а другим сны тревожные. Сложные и печальные в зависи. Но вот отсюда. Давай, давай. Не докажется. Зави. Ну что такое? Все, ну. Все. Зависи. Зависи. Дюрарма. Масти. От того, как они... Пробили день. Как точка? День. Давай дальше. Не дергай ногами, Алеша. День. Не дергай, пожалуйста. День. Давай. Ну прекрати. Слушай, а в школе неплохо получилось его снимать, конечно. Алешенька, давай читай. Потом посмотрим. Ну, они по одному и снег. Их. Так и мне приснилось, что в это позднее ночь... Наш диванчик, переживший 3 переезда. Время со всех концов города по широким улицам... По
уз ким переулком и кривым. Бешко на шин. Алёша, на кем? Тут написано, вообще я ничего не понимаю. Бесфонарным. Что такое бесфонарным? Где нет фонаря? Бесфонарным. Переулком. А вот фонарь. Давай, Леша. Кривым. И кривым. Бесфо. И кривым. Бесфонарным переулком. Нет, пере... Ты не спеши. Улочно. Нет. Ным. А ну внимательно. Переулочком. В носу богатейшие залежи полезных ископаемых. Но. Что-что? Сторону. Во. Какой? Городской площадь. Ну, что получилось? Площади Венеции тянулись их папы и мамы. Бабушки и дедушки на... Многоточие. Бабушки и дедушки. Дальше. На город. Ну, я сказал, убери рот. Это пока не отвалится. Нельзя. Нормально. Алёш, нос отвалится. Городской площади имени от важного путешественника к 12 часам ночи собралось. Все взрослое. Немножко у нашей мамы тоже ничего. Население города. Как она представляет? Население города. Сюда пришли те, кто... Что? Те, кто еще вчера... Ну вот и все. Ого, где ты? Давай, давай, давай. Ну, я знаю, здесь большие предложения. Давай. Выпекал булочных пышные крендели. Крендели. Крендели из добные булочки с маком и изюмом. Кто? Нет. Кто продавал на улицах и в разноцветных? Нет, не придумывай, там разноцветные шарики мороженого, кто делал, где, детям прививки.
Почерние сладостями и лечил от постоянного насморка. Все. На этом наше утро. Ну вот сюда клей, вот смотри, там где лось вот и нарисован. Вот сюда и клей. Тебе помочь это жмать? Нет. Давай, солнце. А папа ее красиво подпишет. Где лось? Вот сюда. Да. Ты знаешь, это будет тетрадка по... Почему, Леш? Почему? По чтению. Вот, Корона вот. В клеточке. Вот умничка. Вот это тетрадь по чтению, да? Алешенька, на, солнышко, я тебе вот листики давай, Алеша, иди сюда. А тут наклейка у Алеши любимая. Так, на, Алеша. Покажи, какую наклейку любимая, Алеша. Вот, это откуда, Алешенька?